Всем привет из Рима. Посмотрим, что предлагают нам бренды этой зимой. Совсем скоро ассортимент поменяется, потому что в Италии начались распродажи. И во всех магазинах уже совсем скоро полностью будет весенняя коллекция. Этой зимой многие бренды нам предлагали искусственные шубы, пальто Тедди. Также актуальными оставались велюровые пуховики. И, конечно же, пальто в клетку. Двубортные, однобортные, мужского силуэта, с поясом, без пояса. Итак, в Италии начались распродажи в некоторых регионах, потому что, учитывая исключительные обстоятельства, связанные с пандемией, в некоторых регионах они будут значительно отложены. Каждый регион устанавливает дату начала распродажи и процедуру по своему усмотрению, чтобы лучше управлять потоком людей на торговых улицах, в торговых центрах, избегая скопления. Это юбка Ralph Lauren, сатиновая. И такое сочетание, бежевый с темно-синим, нам очень нравится. Итальянцы любят такое сочетание. И эта юбка уже была и в Max Mara, и во многих других брендах. Это Elisabetta Franchi, сделана в Китае. Сейчас посмотрим. 709 евро. Итак, в каких же регионах началась уже распродажа? Валле д'Аоста, Молизе, Базиликата. 4 января Абруццо, Калабрия, то есть с сегодняшнего дня. 7 января начнутся распродажи в Сицилии, Пьемонте, Ломбардия. Ломбардия – это Милан. И в нашем регионе распродажи начнутся с 12 января. И какие же регионы ожидают распродажу самыми последними 30 января? Это регион Тоскана, Эмилия-Романья и Венето. Снова искусственная шуба. Конечно, многие бренды, как всегда, начинают с минимума, сначала 30-40%, кто-то уже сразу 50% ставит. Самое интересное начнется немного позже, когда уже будет 70%, но ты не уверен в том, что ты сможешь найти свой размер и то, что ты присмотрел. Продавцы в магазинах уже вовсю трудятся, меняют ценники. Элегантный пуховик Елена Миро. Конечно, итальянцы очень любят распродажи, как и все люди во всем мире. Всегда приятнее купить понравившуюся вещь со скидкой, с приятной скидкой. Минимум 50% ты точно можешь дождаться. Конечно, не все бренды делают 70%. Но с 50% скидкой очень приятная покупка. Это пальто мужского силуэта я показывала. Тоже мы его видели во многих брендах в этом сезоне. Есть основные принципы во времена COVID, основные принципы распродажи. Это, конечно же, соблюдение расстояния. Необходимо соблюдать расстояние в 1 метр между покупателями, ожидающими входа и внутри магазина. Обязательно дезинфекция рук.
Во многих магазинах на входе стоит охранник рядом с этим дезинфектором и указывает тебе на то, что нужно это сделать. И также во многих магазинах измеряют температуру, но не во всех уже. Раньше было во всех, сейчас уже во многих не измеряют. Маски. Обязаны носить маски вне магазина, в магазине, а также в примерочной, при примерке одежды. Это шифон, тюлевая юбка. Итальянки их очень любят, но они их любят в прохладное время года, потому что все-таки это искусственный материал. Они летом предпочитают натуральные ткани. Конечно же, возможность обмена одежды на усмотрение продавца остается. Примерка одежды также на усмотрение продавца. Это такая накидка без рукавов, называется мантелла. Подскажите, как это называется на русском языке, я не помню. Итальянки любят этот элемент одежды, чтобы разнообразить образ. Можно надеть поверх куртки, поверх жакета, подвязать поясом, например. И самое главное правило распродажи, конечно же, продавец обязан указать обычную цену продажи, скидку и окончательную цену. И также вещи, которые уже со скидками, которые на распродаже, должны быть вывешены отдельно от вещей без скидок. Это бренд, который есть в России, Пазолини называется. Сейчас я перейду в отдел головных уборов и покажу, какие шапки продаются в Италии. Я в таких шапках не видела итальянок. Ну, по крайней мере, в городе такие шапки не носят. Отличная альтернатива – это вот такие повязки меховые, которые не приминают твою укладку. Мы же помним, да, главное украшение итальянок – это красивые волосы. Это, скорее всего, шапки в горы. Ну, я показываю, конечно же, Оган. Это любимый бренд итальянок. С их доходом это считается средний ценовой сегмент, и себе его могут позволить и пенсионеры, и молодежь. Хотя молодежь предпочитает Александр Маквин и Адидас. Thank you.
такой небольшой обзор получился у меня, что продают зимой в Риме, какая обувь актуальна, какая верхняя одежда, какие головные уборы. Итальянское правительство сейчас разрабатывает новый декрет, новый документ. Хотят продлить ограничения до 15 января. Магазин Castro не очередь, люди стоят то ли за покупками, то ли за кофе. Спасибо вам за просмотр и всем пока!